Вот перед вами больше Кастл. Какое отношение имеет Кастл к бренду Toyota? Концерн Toyota имеет ли вообще? Давайте с вами разберемся в этом на самом деле несложном вопросе. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT Auto. Итак, маркировка продукта. На бочке есть этикетка с локализованным переводом. Здесь указан экспортер-изготовитель Toyota Mobility Parts Corporation, Япония. То же самое указано и на японском языке. Если вы с Google переводчиком или там с Google объективом переведете вот эту фразу, это означает Toyota Mobility Parts в переводе японском. Давайте с вами сейчас сделаем небольшой эксперимент. Переходит на сайт Toyota mmobilityparts.co.jp. Соответственно, это сайт официальный Toyota Mobility Parts. В разделении можете на него перейти, посмотреть, почитать информацию. А теперь о самом главном. Это бочка Castle. Это бочка Castle. Номера, соответственно, кастловские. ВК галочка 9210 WA38. Так вот, на каждой бочке Castle, на боковой ее части, стоит номер оригинальный Toyota, парт номер. То есть 08-08880 10700. То есть оригинальный номер Toyota 5W30SN. Эти бочки идентичные. Маркировка происходит на заводе. Параллельно происходит маркировка под экспортный вариант. Ведь тут есть еще маркировочный Toyota Mobility Parts. Соответственно, этот продукт проставляется параллельно на конвейер и параллельно на экспорт в виде Castle. Это обращение к тем скептикам, которые до сих пор полагают, что есть различия между продуктом Castle 5W30, да, и Toyota 5W30SN. Нет. Это одинаковые продукты абсолютно. Вот этот нюанс, который я сейчас вам показал, об этом явным образом говорит. С этого года, 20-го, на каждой упаковке фасованного продукта Castle также есть надпись Toyota Mobility Parts, то есть поставщик-изготовитель. Раньше было написано такси, и людям было очень тяжело объяснять, что это Toyota Automarket Trading Corporating, поэтому аббревиатура такси никому ни о чем не говорила. А это в явной форме аббревиатура, вернее название производителя говорит о том, что принадлежит бренд Toyota, Toyota Mobility Parts Corporation. Еще один из любимых мною вопросов о локализации. Здесь есть перевод на некоторых банках, в частности 5.30, она идет с русским переводом уже изначально на самой банке на металле. А DLK1, например, идет без перевода. Объясняю почему. 5W30 это массовый продукт, он выпускается для России на экспорт, вернее, в огромных объемах. То есть 5W30 Castle выпускается там, ну, гигантскими тиражами, там, несколькими десятками тысяч. А DL1 выпускается гораздо меньшим объемом, там, ну, там, например, там, 1000 канистр, к примеру. Да? И абсолютно бессмысленно, нецелесообразно делать локализацию на DL1, потому что это продукт для внутреннего рынка Японии. Соответственно, для внешнего нужно сделать там 1000 банок с русским локализованным переводом. Но это как бы глупо и накладно. А 5W30, да, 5.30.020, там локализация происходит уже на стадии производства тары. Японцы очень любят считать деньги, поэтому этим и объясняется. На некоторых банках есть локализованный перевод, на некоторых нет.